Ненужных специальностей не бывает. Современную жизнь трудно представить без Люберецкого городского жилищного треста. Его коллектив и днем, и ночью заботится, чтобы в домах всегда была вода, газ, тепло и светло, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Может быть, это преувеличение, но представьте, что в Люберцах внезапно пропали все дворники и сантехники, маляры и электромонтеры, лифтеры и землекопы, кровельщики и каменщики, техники-смотрители и диспетчеры. Что случилось бы в городе? Поэтому, как бы иронично это ни звучало, День работников ЖКХ поистине всенародный праздник. Я хочу поздравить всех своих коллег. Я искренне поздравляю наших жителей, которые являются для нас и контролерами, и помощниками, и наших главных активистов. И это тоже для них праздник. Мы стараемся, мы делаем все, чтобы у нас в доме было тепло, уют, свет. Но, к сожалению, не всегда бывает, как мы хотим, за что я и мой коллектив всегда извиняемся и приносим свои извинения. Но сегодня праздник. Сегодня у нас настроение бодрое. Сегодня Люберецкий городской жилищный трест – крупнейшее жилищно-эксплуатационное предприятие Московской области, в состав которого входит 8 ЖЭУ, ремонтно-производственное управление, автотракторное хозяйство, служба главного энергетика и объединенная диспетчерская служба. Все они обеспечивают техническую эксплуатацию, ремонт и содержание 856 жилых домов, общей площадью более 3 миллионов квадратных метров. А за ремонтом, порядком на этажах, облагораживанием территории, а еще платежами, отчетами и конкурсами на лучший двор следит сплоченный коллектив, который насчитывает более 1500 человек. Я очень рад и горжусь, что я работаю в таком великолепном, сплоченном и действительно искренне таком добром, красивом коллективе, как Люберецкий городской жилищный трест. В этот день коллективу ЛГЖТ пожелали, чтобы не было поломок и протечек, а жильцы всегда были довольны. Алексей Адамов, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение.